постоянно пересылать сообщения. Лер, тише, я там исследую. Выруби и удали. Да, там было начало, никто не услышит. Да, конечно, а потом будет смотреть. Ангелин, пожалуйста. Ты все уже 149 человек, 189. А, сейчас. Маркус, например. Привет. Короче, он, это, он... Ань, давай записывай. Запиши мне какой-то кавер. Лоб 24, а сбили сами. Мне Комханыч написал. Ну послушай меня. Комханыч написал. Так что насчет фильма? То, ну, если идти, то нужно места забронировать. А где Аня Музафарова? Привет. Все повалилось. Привет. 414 человек. Мы хотели сделать именно такое, такое, прям такое, вот прям чтобы... Прям ничего. Ну да, вы, ребят, поняли, прям... да? Да. Ангелина, не облокачивайся, пожалуйста, назад. Почему? Почему? А! Ребята, я вообще-то... Вы не знали моих настоящих талантов, я вообще-то звукорежиссер. Ангелина, смотри, там ничего не... Ты вообще-то вещи удалить. Кладешь, Ангелин. Мой звукорежиссер. А, ну я, короче, все в одном. Так что, ребят, если что, обращайтесь. Я могу... Нет, это надо включить. Ангелин, не могу, нельзя, ничего играть. Не клацай. Ну, Ангелин, сейчас наклацаешь, все поудаляешь. Такая удалила. Если... Сейчас такой хоп и удалила. Ребятки, нужно переписывать. Будешь сама переписывать. Когда ты круче Азми. 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 Круче Азми. Хотите, прочитаем мой гороскоп на сегодня? Овен. Можно посмотреть? Откуда кофта Ани Бобровской? А, моя кофта... Пуланбир. Неправда. Да. Зара. Нет. Страдивариус. Нет. Пуланбир. Бершка. Да, Бершка. Бершка. Это Пуланбир. Ань, что ты лезешь? Это Бершка, Лен. Да. Что ты не лезешь не в свою сумку? Тебе такой сумки, знаешь, сколько еще работать? Будешь выплачивать. Ты, Ань, лучше не надо, положи крест, еще поцарапаешь. Можете скрин, пожалуйста, сделать? Ты реально еще поцарапаешь, тебе надо будет столько корпоратива отработать. Ну, хватит уже. Ой, я тебя умоляю. Я привыкла, что она ляпает, что попало. Лера. Овен, 10 февраля, на завтра. Лер, ты. Ты, Ангелин. Привет. Хочется спать. 10 февраля, среда, Овен. У вас есть человек, способный подарить вам счастье. Так, я не буду показывать, там будет видно что-то другое. Узнаешь, что... Ребят, никогда не знакомьте своих подруг с чуваками со своей школы. Очень. Лера, это было реально не смешно. Я реально обиделась. Реально обидно. Ань, а чё фокус пропал? Что я буду делать? С тобой разговаривать. Ребят, я вам отвечаю. Подожди. Понимаете? Они общаются больше с этими пацками теперь, чем со мной. Смотри, вы посмотрите. Самое классное, вот когда я звоню Азми, Ангелина говорит, фу, не звони ему, и берет трубку, постоянно. Я, ребята, я вам смотри, говорю. Чья это трубочка у меня, а? А кто, блин, разговаривает постоянно больше? Нельзя поговорить? Больше. Нет, уже пора. Почему Лера не купила себе новый телефон? А вы купите мне новый телефон. Такие умные. У него бабла нету. Нормально у тебя как? Мурзик в гольфике, и что? Гольф это что-то... Я Бобровская не в гольфе вообще. Ты не гольф, это свитер. Да, конечно. Сегодня оценки получил. Возьми, классно химию решаешь. Минус 8. Реально, химию плюс классно 8. Решаешь. А, плюс 8. Юля, снимай видеомюзикл. Ну, мы видели, как ты решала. Минус 8 или плюс 8. Снимай. Просто зарегистрируйтесь в программу мюзикл. Там их очень много. Просто сколько получил?
Конечно, кстати, сегодня увидела, я думала, что это Юля, честно, придумала PRRT, а это оказалось та девка, которая в мюзиклах. Возьми, реально, PRRT. Очень рада за тебя. Я хотела, чтобы он мне помогал. Там, где девка, it's party time. Я думала, это ты придумала. Там музыка и все поднесли. Как там в комедии? Там есть липсунг, рэп, комеди, попила. Там, где комеди, там я и нашла эту песню. Не, я не про песню, я говорю то, что девка вот эта, которая какая-то. Ну, и зачем делать трансляцию? Уходит. Да, Ангелина влюбилась, Аня влюбилась, все повлюблялись. Лер, потому что мы на тебя обиделись. Да. Кто еще на кого должен обижаться? Нормально, они со мной не разговаривают, они обиделись на меня. Ну так а что завтра будет? У Ангелины есть парень? Да, у Ангелины есть парень. А у меня нет. Ну, спойте, танцуй. Лера, у тебя есть парень? Нет. Ой, ну конечно. Селфи? Короче, а ребят, как плохо? Им не стыдно, я согласна. Ребят, тут все за меня, все против вас. Говорят, тоже мне подруги. Что? Ты злая и грубая. Взаимно. Кто? Я? А ты спрашивай, ты Леонард буду танцевать. Я уже танцевала, ты что-то пропустил. Трансляцию не смотрит. Вот шламишка. У Юли тоже есть парень, у всех есть парень. Смотрите, немного о том, как Юля снимает мюзикл. Я, кстати, тоже не видела, покажи. Хорошо, сейчас еще раз. Давай. Значит, я какой рум-тур, ребят, мы на студии звукозаписи. Он не смотрел. Нет. Я просто попробовала что-то показать. Анна, покажи. Класс. Ой, успокаивай. Это так пробное. Прикольно, да? Класс. Окей, все влюбились в Юлю на новую сумку. Пока. Что за приложение? Мюзикали. Юля, откуда ты узнала про это приложение? А мне сказала Аня Бобровская. Она мне говорила, давай снимем видео. Да, у Юли новый телефон 6S. Вы все заметили, молодцы. Ангелина, пока. Сказали, чтобы Ангелина вышла. Ангелина, выйди. Ангелина, вышла быстро, пожалуйста. Моей трансляции выйти, выключай, Лер. Ой. Вот это Ангелина, актриса. Вот когда она обижается, вот... Выключай, Лер. Давай. Не прикалывайтесь над Юлей. Да никто не прикалывается даже. Ребят, снимайте, просто так шутим. Это шуточки. Ангелина самая крутая и красивая. Класс. Я бы тут поспорила. Давайте сделаем на Юзефаре Аля поспорим. Я или она? Давайте, кто выиграет, тот самый красивый. Да, давайте. Можно звать? Да, давайте. Кто выиграет? Юзефа. И по местам, знаете, кто проиграет? Окей, да, хорошо. 7-8. Юзефа. Каша малаша. Еще раз, девочки, и... Юзефа. Каша малаша, Юзефа. Опа. Спорьте. А-а-а-а-а. Вы на последнем месте. Опа, мы на видите, Ангелина стрёмненькая. И стой. Ангелина стрёмненькая. Ну, давай, 7-8 и Юзефа. Ножницы. Юзефа. Видите, справедливость восторжествовала. Не показывай, он слишком ужасный для вас. Я хоть на четвертом, ребята. Четвертом. Поехали, строечка. Давай я буду снимать. Давай. Подождите, мне надо все снимать. И Юзефа. Я даже знаю, кто что это. Это камень? Это камень. Мы в камни не играем. В Украине. Колодец, ножницы, бумага. Колодец, а что колодец делает? В него падает этот, как его. Надо, тогда заново, я не знала. Что? Не надо тут. Юзефа. Ты на третьем месте. Я люблю три. Я знаю, что она будет первой. Это подстава будет. Мы без камня. Да ё-моё, господи. Юзефа. Класс, молодец. Long time for losers, cause we are the champions. А я самая красивая, you are very beauty. Вере. Что, поехали? Куда? Куда-нибудь. Я самая красивая. Пойду праздновать. У вас что, одинаковые джинсы с Ангелиной? Нет, у нее порватые, ну, потому что она бомжара, а я нормальная. Это знаете, как мне консьержка сказала? Постимай. Консьержка. Консьержка одна мне сказала. Мне, получается, были очень порванные штаны. Она говорит моей маме, почему что свои дети не может и нормальные джинсы купить? Мама такая, кажется, мода.
Это, хотите, расскажем, как сегодня у кого прошел день? Начинай, Ангелин, как у тебя прошел день? Я встала в 7.45, собралась, пошла в школу, 8.30 была в школе, нормально поучилась, заработала 10 баллов и все. Ань? И потом студию звукозаписи. Пришла в школу. Там, ну, конечно, много бойфрендов, поклонников, ну, пробыла с ними немножко, потом... Приезжай, пожалуйста. Я не сильно, просто далеко очень было. Вот. Юль, не видно. Потом получила хорошие оценки, что-то покушать. И пришла к этим девкам. Есть. Можно, пожалуйста? Еще трансляцию смотрела, лол. Я тоже есть. Я хочу снять. Опа, а я засняла это. Я тоже хочу кушать. Блин, кушать хочется. Хорошо. Хорошо, Ангелина тебе это припомнит. Ангелина хочет есть, а Юля ей не дает еду, ребят. Вы понимаете? А вот теперь, девочки, домой? Можно я вам скажу? Когда я в последний раз вам сказала нет, когда вы попросили у меня, чтобы я вам дала покушать? Вчера. Когда? Я тебя попросила, Ангелина, можешь, пожалуйста, дать резинку для волос? Это не покушать, Ангелина! А, кстати, ты мне резинку для волос не просила. Вот посмотрите, вот это реально врунишка. А когда мы поедем обратно домой, нас спросит Юра, вы хотите кушать? Мы скажем, нет. Вот так нормально? Да, в Снэпчат. Да, в Снэпчат. О, моя детка, вообще. Я как... Короче, я не пошла на нулевой урок. Кому он надо вообще? А что у тебя было? Немецкий. Потом пришла на первый урок, потом у меня сегодня было аж две математики, и я такая, о, господи, две математики. Можно я померить? Да. Он классно валяется. Вдруг ты ее запачкаешь, она же белая. Вдруг ты блохастая. Не знаю. Блохастик! Ты на нее плюнешь. Блохастик. Случайно. Я просто шлю. В общем, получилось, включите звук, ребят, он включен. Две математики, алгебра, да, четко, алгебра и геометрия, да. Спойте, девочки, это скучно. Вы в разных школах, мы в разных школах. Ангелина не встречается с Тимуром. Ангелина, у тебя как будто юбка. Знаешь, такая типа? Это Аня курточка. Она короткая на тебя, да. По рукавам. Юра, ты фифа на. Аня, ты хочешь старушка. Такая маленькая? Потому что... Скоро возрастет. Я тогда одену Ангелину. Да, можете мою поменять? Юля, можно твою? Почему? Класс, все, Ангелина, я забираю. Можешь мою поменять? Тебе нравится? Да. Кстати, ей идет. Да, скажите, что тебе идет. А как будто мне не идет. Ну, ей лучше, честно. Юля, кстати, да. А можно твои померить, Юля? Нет. Капец. Ангелин, помери мою. Хорошо. Спрашивают, что с Юлей, почему она не дает померить свою куртку? Юля, почему ты не даешь? Ого, Лев. Она тяжелая. А, нет, ну ты про то, что у меня... Нет, она теплая, потому что она была на батарее. Класс. Чуть-чуть пошире надо немного. А то он такая плиточок, да? У меня тоже плиточок. Все, Ангелина, идем. У нас показывает. Капюшон надень. Ребят, что только в этих карманах? Так, не надо тут. И Элс, я чувствую, есть. И тут только зарядка. И бицы, я чувствую, есть. Перчатки. О, стоп. Давай ты не смотря будешь угадывать, что у меня в кармане. Хорошо. Зарядка. Красотка. Маленький Элс. Какой обычный. Же? Ну да. Да, Элс, короче. Ключи. Да. А, это ключ. Потом бицы. Ага. Деньги. Да. Перчатки. Ага. Сейчас что тут еще есть? Копейки. Ага. Сейчас. Ну все. Вроде все, да. А, нет, еще забыла кое-что. Ты точно помнишь? Да, 100%. Проверяла, когда выходила из дома. Ключи. Нет. Что такое бицы? Это наушники. Да, это наушники. Карточка Open Art там еще лежит. Она, наверное, где-то с деньгами перемешалась. Да, есть. Слышь, ты, лягушка, давай. Помнишь? Я помню. Конечно, помню. Вы такие стройные. Ангелина отличница? И спрашиваю, тут два вопроса. Ангелина отличница, кто у Ангелины парень? И почему-то спрашивают, а Илона приехала? Да, Илона уже приехала. Вот это у Леры карманы. Ну да, есть такое. И спрашивают, почему Юля не может дать свою куртку Ангелине. Лера, где твой пирсинг? Сняла. А что, нельзя? Слышь, ты нормально? Смотрите, это Бобровская. Она открывает. Ангелина сейчас такая, хоп, плечи вперед и разрывает куртку. А не порвала тебе куртку. Платить будет.
Илона милашка, говорят. Смотрите, видите? А теперь я померяю свою курточку. Смотрите, ребят, видите трэмполь? Это фирма моей сестры. Если вы хотите купить такое же пальто, ну, какое или я куртку, ношу. Или пальто. Да, куртку, пальто, то, что вы хотите. Там есть и осеннее пальто, и весеннее, и зимние пуховики. Я думаю, зачем ей нужна была куртка, чтобы в самом конце померить свою и прорекламировать. Ребят, не, классно. И вы можете зайти на страничку Илона в Инстаграме. Пальто дорогое пишет. Вообще недорогое. Самое дешевое. Вы вообще не заходите. Вы ходите, по-моему, по торговым центрам? Красотка, давай я снизу так сниму. Да нет, да. Ну вот, так что заходите на Инстаграм. Смотрите. Нет, послушайте, заходите на Инстаграм Илоны. Там будет это трэмполь, и вы сможете купить такой же пальто, как у меня. Кто? Через 2 минуты начнется сериал на ТНТ. Какой? Остров. А, это премьера какая-то была, да? Я хочу посмотреть. А про что? Фигня какая-то. Понятно? Смотрит сериал про фигню. У меня все просто в карманах. Смотрите, это смешно. Отойди. Перчатки. Я тебе сейчас расскажу. Вот кто творит наши песни. Смотрите, отойди. Ангелин, люди хотят... Юля жадная? Ребят, ну харе. Мы... Смотрите. Смотрите, вот. Стас. Так совсем зашла. Та-дам. Та-да-да-да. Аранжировки. И Юля. Та-дам. Ну так вот, сериал «Остров». Скрин для селфи. Сериал «Остров» — это что-то смешанное между «Домом-2», какой-то, сейчас скажу, корабль, и еще «Остаться в живых». Вот что-то смешанное. Нет, что-то не песня частями представляется, это мы просто меняемся. Я знаю номер Илоны. Хорошо, ребят. Какую песню вы записываете? Что за нулевой урок? Который начинается в 7:45. Да, Аня права. А что ты сказал? А, ты права. То, что смешанное, типа. А. Ну, можно маникюр? Ой, я тоже хочу. Спасибо. Смотрите, девочки за конфетами бегут. Самое вкусное. Не, я не буду, спасибо. Груша самая вкусная. Это мои самые любимые конфеты. Как девочки бегут за конфетами. А, конфетки, конфетки, конфетки. Кто из вас смотрит турецкие сериалы, спрашивают? Я Роксолана смотрю. Ой, я давно еще смотрела, и турецкого тоже. Например, спрашивают, кто смотрел из турецких сериалов. А я не помню название. Юль, я не могу уже, веди сама назад. Мне одни пишут, типа, Юля жмот, Юля жлобиха. Там все нормально, ребят. Роксолана и Якрас. Роксол... А что я тут сижу? Девочки, скрин. А, всё понятно. Юля, ответь. Смотрите хозяйку. Давай что-то сделаем. У Юли есть парень? Смотрите, все вопросы только про Юлю. Конечно. Никто. Ага, вам скажи, в какой институт я буду поступать. Так и сказала. Ладно, ребят, мы тут разговариваем. Деловые вопросики, собрания. Пока. Поэтому все, мы вернемся. Пока.